Человек, который осмелился впустую провести часть времени, еще не осознал цену жизни. Так утверждал Чарльз Дарвин и был абсолютно прав. Время нужно проводить с пользой, и жизнь должна состоять из приятных и интересных моментов. С такой целью в эфир выходит наша программа «Дом советов». Мы хотим сделать вашу жизнь еще проще и практичнее. В начале программы подскажем, как сохранить блеск и красоту волос летом. Далее выясним, кто несет ответственность за разбитый товар в супермаркете – покупатель или продавец. И в завершении советы от стилиста по выбору джинсов. Летом мы ведем себя активно. Фигура подтягивается, на коже появляется загар. Однако страдают наши волосы из-за яркого солнышка и морской воды. Они тускнеют, их тяжело расчесать. Дабы придать им жизненный вид, нужно знать несколько секретов. Начнем сюжет с приготовления маски, которую может сделать любая девушка в домашних условиях. Эта маска питательная, в то же время она увлажняет волосы. Для приготовления маски нам нужно 2 желтка, столовая ложка меда, столовая ложка кефира, можно так на глаз налить, немножко больше, лишним не будет, и пару капель масла. В качестве масла можно миндальное масло, можно репейное. Масло добавляем в зависимости от того, насколько жирные либо сухие волосы. Чем суше волосы, тем больше капель масла мы добавляем, от 3 до 10 капель. Волосы нашей модели нормальные, поэтому мы добавим несколько капель. Все это тщательно перемешиваем. Мед обладает очень хорошими увлажняющими свойствами, но он достаточно специфический, потому что он раскрывает свои целебные свойства только под воздействием тепла. Поэтому такую маску лучше всего делать в сауне. Ну, либо дома прогревать феном, потому что мед не раскроет и не отдаст всю свою силу увлажнения, которой он обладает. Наносим масочку на волосы, затрагивая корень. Можно без перчаток, потому как здесь ингредиенты все натуральные. Хорошенечко прочесываем все волосы. Выдерживать такую маску на волосах нужно от 30 минут до часа. Затем смываем обильным количеством теплой воды. Так как здесь было яйцо, вода должна быть именно теплая, чтобы не свернулось яичко. Горячей водой нежелательно смывать. И после всего этого действия желательно все-таки нанести на волосы ваш обычный кондиционер, либо маску. Закрепить результат, а также закрыть чешуйки волос, которые открылись в результате использования нашей масочки. Укутываем в полиэтиленовую шапочку, полотенечко сверху. И прогреть это все феном. Такая маска держится на волосах в течение 30 минут. Следующая маска делается перед поездкой на море. Это защитная маска, называется глазирование волос. Защитная процедура обволакивает волосы, защищает от соленой воды, защищает от солнца и горячего воздуха. Поэтому перед поездкой на море желательно посетить салон и сделать вот такую защитную процедуру. Тогда ваши волосы останутся сияющими на ближайшие 3-4 недели, а также сохранится цвет. Особенно это показано блондинкам, которые любят красивый оттенок, и девушкам, у которых яркий цвет волос. Данная салонная процедура не только защитит ваши волосы во время отпуска, но и надолго сохранит цвет ваших волос. Если вы все же не знали о процедурах предотвращения ломкости, о защитных процедурах, то после моря приезжайте на процедуру кератирования волос, где идет полное восстановление структуры волоса. Волос напитывается, становится опять же, появляется жизненная сила, энергия, блеск. Ваши волосы будут выглядеть снова прекрасно.
Стоимость процедуры кератирования волос от 150 гривен. Все зависит от длины и густоты вашей прически. А эффект от процедуры будет сохраняться еще в течение 3-4 недель. Как вы уже поняли, профессиональные услуги вы сможете получить в салоне «Миледи». Не экономьте на своей красоте, ведь здоровые, пышные и сияющие волосы способны дарить хорошее настроение и вам, и окружающим. Наверняка многие из вас становились участниками или свидетелями такой картины. Одно неаккуратное движение покупателя, и товар летит вниз. Тут же подбегают охранники, администраторы и требуют оплатить причиненный ущерб. Покупатель, дабы избежать конфликтной ситуации, достает деньги и отдает за испорченный товар. Однако не все знают, что так нужно поступать не всегда. «Ой, упала!» Эта фраза звучит в магазинах очень часто. Привлечь покупателя к ответственности за испорченный товар администрация магазина может в том случае, если докажет, что уронил клиент его не случайно, и тогда за свою неуклюжесть придется платить. Доказательствами в данном случае, соответствующие действующим законодательству, могут быть любые данные, которые могут установить фактические обстоятельства этого происшествия. Это могут быть свидетельские показания, то есть другие люди могут быть рядом стоящие. Это может быть данные с видеозаписи там, какого-то наблюдения, если они сделаны в установленном законом порядке. Только в этом случае продавец либо покупатель может доказать риск, либо преднамеренность, либо непреднамеренность гибели этого товара. Однако, если вы разбили товар по вине магазина, банка стояла прямо у бортика полки, наставленные коробки закрывали проход или всему виной свежевымытый пол, вы можете предложить представителям магазина составить акт о порче товара, где обе стороны должны будут указать возможную причину инцидента. И запомните, администрация супермаркета может требовать возмещения за испорченный товар только через суд. Ни одна современная женщина не представляет свой гардероб без пары джинсов. Прямые или клёш, с низкой или высокой посадкой. Джинсы никогда не выйдут из моды. Давайте познакомимся с правилами выбора джинсов, чтобы они верой и правдой служили вам не один год и после стирки сидели на вашей фигуре еще лучше. Для начала вспоминаем, что джинсы бывают с высокой, средней и низкой посадкой. Джинсы с высокой посадкой могут позволить себе девушке практически любой фигуры. Как стройные, высокие, так и девушки, допустим, невысокого роста или с не совсем идеальными пропорциями. Основное правило для таких джинсов, чтобы они не сидели слишком высоко и не нарушали пропорцию вашей фигуры. То есть верх таких джинсов должен быть на уровне самого узкого места вашей талии. Наиболее удачно такие джинсы, конечно же, будут смотреться, если у вас тип фигуры песочные часы или треугольник. Следующая посадка у нас идет средняя или, можно сказать, даже низкая посадка. Такая посадка брюк подходит для девушек высокого роста, стройной фигуры. Но если у вас невысокий рост, то вам тоже можно позволить такую посадку. При этом джинсы должны быть темного цвета. И лучше, если это будет фасон легкий клеш от колена или же прямые джинсы. Стоит помнить, что низкая посадка, она немножко удлиняет вашу талию и укорачивает ноги, поэтому их лучше сочетать с обувью на каблуках. Ну и, конечно же, мы поговорим об основных фасонах джинсовых брюк. Начинаем с классических прямых джинсов. Такие джинсы по праву универсальны, как вы видите. Их легко сочетать практически с любым элементом вашего гардероба. Они легко вписываются в любой образ и подходят под множество случаев. Следующая модель у нас идет широкие джинсы. Здесь у меня сейчас женские, но их по праву любят и мужчины. Она очень удобна, эта модель, но, к сожалению, подходит не всем. Если у вас, допустим, невысокий рост, то широкие джинсы лучше не выбирать. А для мужчин, у которых очень хорошо развит, допустим, плечевой пояс, то такие джинсы очень выгодно уравновешивают фигуру. Люди полноватой фигуры допускают одну и ту же самую большую ошибку. Они выбирают слишком свободный фасон джинсовых брюк. И на самом деле их фигура в таких брюках кажется еще более объемной. Лучше, если уж такая задача, то выбрать немного зауженные брюки, но не слишком узкие, не слишком широкие, темного цвета и без каких-то элементов и деталей. Следующая классическая модель джинсовых брюк – это узкие джинсы скини.
конечно же, вы, наверное, уже знаете, что узкие джинсы подходят только идеальным фигурам, если у вас размер одежды не более чем 40-42. Узкие джинсы можно сочетать с обувью как на каблуке, так и обувью на плоской подошве. Есть еще классическая модель – это джинсы расклешенные. Они бывают двух вариантов – высокий клеш от бедра и легкий клеш от колена. Высокий клеш от бедра подходит девушкам высокого роста, так как визуально он немножко уменьшает рост. И легкий клеш от колена подходит, если ваша фигура напоминает песочные часы. В таком случае немножко уменьшаются бедра в визуальном объеме, и вы кажетесь немножко выше. Но особенность таких брюк – их носят только в сочетании с обувью на каблуке. И хотелось бы мне поговорить немного о деталях. Детали привлекают к себе внимание, поэтому нужно следить за тем, чтобы они располагались в нужных вам местах. Допустим, вы не хотите показать объем бедер, да, хотите прикрыть, скрыть, но здесь элементы декора, то есть сюда будет привлекаться максимум внимания. Поэтому за этим нужно следить. Цветные джинсы в этом сезоне очень популярны. Но стоит обращать внимание на то, что цветные джинсы, они увеличивают в объеме. Даже если вы стройная девушка, в таких джинсах вы будете казаться больше. Если мы говорим о качестве ваших брюк, то, конечно же, первое, с чем необходимо определиться, это ткань. Вы должны проверить на ощупь. Джинсы не должны быть гладкими, они должны быть немножко шероховатыми. Ткань не должна слишком быстро мяться. И по весу джинсы, хорошие качественные джинсы, они, конечно же, должны быть тяжеловатыми. Модели на любой тип фигуры вы найдете в магазине Superstyle. Здесь сейчас действуют скидки на товар. Джинсы, приобретенные в магазине, порадуют вас и ценой, и качеством. Это все сюжеты на сегодня. Вам удачной недели, делайте свою жизнь яркой и интересной, будьте счастливы. До встречи! We'll be right back.